Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Самары сообщает о предоставлении единовременной социальной выплаты на ремонт жилого помещения семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Какие документы нужны для постановки в очередь, можно узнать в телеграм-канале ведомства либо по телефону 340-08-47. В зимнее время года очень важно уделять внимание очистке козырьков подъездов. От этого зависит не только эстетичный вид домов, но и безопасность жителей. Телеграм-канал железнодорожного района показал, как управляющие организации ТСЖ и ЖСК следят за чистотой козырьков, своевременно удаляя снежные завалы и сосульки. Телеграм-канал Кировского района информирует жителей о работах на сетях водоснабжения. 1 февраля будет произведен демонтаж временной схемы трубопровода и переключение на постоянную схему подачи воды по проспекту Кирова. Для этого подача холодного водоснабжения будет ограничена с 9:00 до 16:00 по адресам: проспект Кирова 385А, 395, 399, улица Димитрова 76, 78, 80, 69. Также на проспекте Металлургов проведут замену пожарного гидранта и задвижки. Холодная вода будет отсутствовать с 9:00 до 20:00 по адресам: улица Мария Вейда 2, проспект Металлургов 77. В детской музыкальной хоровой школе номер 1 состоялся 16-й городской открытый фестиваль семейного музицирования «Папа, мама, я. Музыкальная семья». В нем приняло участие рекордное количество творческих семей – 52 ансамбля. Фестиваль стал одним из первых значимых мероприятий в Самаре, посвященных Году семьи. Все участники концерта получили не только опыт, эмоции, но и сладкие подарки. Собрались за чайным столом у самовара. Угощались душевно и по-семейному, сообщает городской департамент культуры и молодежной политики Самары.